Да, у многих в Кишиневе есть такая идея, что у Гагаузии слишком много прав, и вообще нужна ли эта автономия в перспективе, а нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы эту автономию со временем постепенно ликвидировать, потому что как, ну зачем, мы идем в Европу, там и так будут защищаться права национальных меньшинств, и не нужна никакая автономия. Вот как-то вот таким соусом постепенно, вероятно, они будут к этому двигаться. Вот. Но эта позиция, на мой взгляд, неконструктивная, она чревата конфликтами. И в этом плане единственное, чему можно порадоваться, это тому, что все-таки, несмотря на то, что они действительно пытаются использовать ситуацию, но делают это все-таки более-менее осторожно и, вероятно, ну, может быть, да, западные партнеры подсказывают им, что нельзя действовать слишком агрессивно, потому что можно нарваться на сопротивление, на конфликты, а если конфликт, то, соответственно, ну, возможно, непредсказуемые последствия. А учитывая, что по соседству идут военные действия, то это очень опасно.